губернатор нашей области Сергей Иванович Морозов поддерживает эти начинания, эти проекты, они будут осуществляться при его непосредственной поддержке. Это строительство духовно-просветительского центра в Сурском. Николина гора – это одно из тех святых мест, которые привлекают паломников с разных регионов. И там планируется создание мужского монастыря. Это строительство нескольких храмов, в частности храма святого благоверного великого князя Александра Невского, святителя Спиридона Тримифунского. Это строительство соборного храма в нашем старинном, к сожалению, почти разрушенном Спасском монастыре. Таких проектов много. И главное, что мы в осуществлении этих проектов находим поддержку и губернатора области, и мэра города, и руководителей наших районов, и общественности, верующих людей. А если мы объединяемся для решения каких-то задач, вот это значит, что они вполне осуществимы.